Привет, здорово, как дела там у тебя? С тобой Жим, сегодня будем продолжать играть, короче, дальше в анимации, да, в Гартик Фоне. Будем рисовать целые мультипликации, блин, сейчас советские. Это, короче, ставьте пальцы там, подписывайтесь, колокольчик прожимайте, поехали. Так, погнали. Два, один. Итак. Настоящий мужик, ты такой на свете один. Бухает, короче, прикиньте. Блядь. Бухарик, настоящий Russian. Блядь. Времени катастрофически мало. Пиздец, вообще мало. Что, блядь, и он ест, блядь. Знаете, что ест? Я, блядь, у меня была что, такая, что... Малину блядь. Ест. Рыбу, блядь. Рыбу, ух ты. Таран? Тарань? Синянька. Синяньку. Синяньку ест. Чего? Синяньку. Я тоже надеюсь. О! Бля, воображение у меня, конечно, пошло. Нормально, спасибо, ребята. Блять, времени не хватает. Пошло нахуй. Ладно, нормально. Ой, вот этот мужик с рыбой, понятно. А мы наоборот сделали. Нормально вывернул рисуночек. Вот это да, блин. Ой, чё это? О, мне нравится. Сука, не успею, что ли? Вот, что-то. Так, сейчас попробуем сделать, конечно, красиво. Ни на что не похоже! Простите! Я пытался, ребята! Я бьюсь до конца, ребят, пытался передать. О, блядь. У меня твой рисунок. Не успеваю нарисовать, что хотел. Ну ладно, чуть-чуть зато санимировал, блин. Ой, у меня получилось чуть-чуть. А у меня не получилось. Я прям чуть-чуть только. Нормально, так лучше было, я добавил. А это что за хуйня? Что, блядь, это что вообще? Что это такое? Что сегодня за художество вообще? Такие шедевры нас ждут сейчас, ребят, отвечаю. Шедевры мутятся. Блядь, что это нахуй такое вообще? Блядь, это чё вообще? Я нихуя не понимаю. Чему сегодня всех жрут, едят, ломают, режут? Да, такая же хуйня, не понимаю. Что-то сегодня злой день сегодня, блядь. Да, сегодня какой-то день прям. Какой-то, да. День зла. Убийство и обжорство какое-то. Грехи какие-то, смертные грехи, блядь. Я запутался об этом. Нормально. Да чё это такое, ебать? А это чё такое, блядь? Так, ну ладно, готовы, ребята, к сатамии? Ну, что там, Артём мужика, да. Да, ну так, конечно, не очень профессионально, но хотя бы идея. А, ну я видел этого мужика. Отпусти, Полена, тут надо анимацию задавать. Не, нормально. Ну да, нормально, нормально, нормально. Так, нормально, нормально. О, нормально, нормально. О, пошло. Нормально пошло, реально. А, это вообще в что-то другое, что ли? А, нет, странно, так, ладно. Съел, сидит. Да. Такой, ну, сука, он съел, нажрался и такой кружкой машет. Где рыба моя? Что? Маску? Он превратил кружку в маску. Маску надень. И говорит, маску надень. Это реклама в баре, короче. Кружку надень. О, нормально соски. Нормально, нормально. Ля-ля-ля. Не, прикольно, прикольно даже. Это новая технология, кружка, которая превращается в маску. Да-да-да. Как будто на этот... Она пивчиком пахнет. Конвейер какой-то идет. А, да, реально. Китайский завод. Он как будто вытянул кружку и одел маску. Да-да-да. Ну, типа, директор его поймал. И нос улучшается. Смотрите, нос улучшается. Нет, тут реально круто получилось. Да, прикольно. Ну, поехали дальше. А, ну тут грустная история. Я еле успел, сорян. Вот это я увидел. Нет, это Якубович был, да, я понял? Да, да, да. Ну кто-то ружье решил ему подарить с деревни, приехал. Мозг прямо напрямую. Опа. Ля, вампиры пришли поужинать. О, ну может даже прикольно будет. Так. Не очень, на вкус понравилось.
Он проверил, пульс проверил. Сратый йода. О. Ну прикольно. Быстро чувачки меняются, а так проглядывается. Анимация Якубовича шикарно. Как он усы потерял. Усы у него в другому хозяину. Самое ценное забрали. А, вон оно что. Все ясно. Но я улучшал как мог. О, тоже улучшение. Говорю, это Дэн, бля. Не, я тоже улучшил, смотри, фуга. Смотри, она типа вообще, смотри, какая акробатка. Так. Опа. Сейчас на голову ему сядет. Нормально. Бля, ну все поняли, все поняли. Бля. Нет, назад перекрутилось. Да, надо было, чтобы воткнулось. А это что? Опять кровь какая-то потекла. Что? Ауф, да, говорит, в конце кровавый кот. Жалко не залезла в него. Зато мужик превратился в девочку в конце, смотрите. Да. Не, нормально. Что? Ну какая? Советские мультики, ребят, смотрят. Да, советские мультики, взрослый. Да. А, вот это солнце. Солнце сжигает. Человечка нарисовать, но не успел. Вот, Моноган успел. Он падает на спину. Жарко, да. А солнце еще ближе, типа, подлетает. О, колобок. Бля. Опа, не фу. Прикольно. Как? Бля. А-а-а. Блядь. Вон оно чё. Пиздец. Он челика превратился в колобок. Так. А это что? Что? А это что-то неясное. Ну хорошо, хорошо. Да, надо было дальше человека не за солнце продолжать. О, жутковато, прикольно. Не помню такое, чтоб дошло. Вообще даже близко такое. А, блядь, неужели это то, что до меня дошло? Нет, там вообще, скорее всего, такой трэш будет сейчас. Кто, интересно, задаст? Так, ну нормально, пока даже интересно. А, не, наверное, все-таки не то, что до меня дошло. Нет, там пиздец будет. Да? Ну не в этом мультике, блядь. Так. Не, все-таки тут, наверное, этот ад дойдет. А, ну это вот это я не понял. Значит, это другой ад. Ладно. На грибы и наблевали, блядь. Это страшно выглядит. Ну ладно, нормально. Порвался. Ой, вот это. О, да, мило. Я концовку помню, Я мило, мило. Это в начале был почти. Начало красиво. Да, о, артеры попались друг другу, красота. Там дальше, да, пойдет. Сейчас начнется советская мультипликация. Так, минимализм. Вот как. А, сейчас, по-моему, рука туда-сюда будет, смотрите. И сейчас я ее назад верну. А там нож уродится, я помню, нож упадет. Вот, падает. Я помню. И за сиську ее собака. Нормально. Нож падает. Так, проткнет собаку нож. А, ну. Мимо. Нормально. Нормально, неплохо. Неплохо. Странновато, но неплохо. Ого. Да, страшновато. Я тоже такое не помню. А, все, это будет кошмар, это будет ужасно. Это я прям не понял, я расшифровал. И все равно я не расшифровал, кстати. Это вообще не помню. У меня без облаков. Не помню тоже. Облаков у меня не было. Вот начинается. Я так и знал, что это ты терпил. Вот продолжилось. Так, интересно, что на анимации получится. Ебать, чё? Я решил в другом ракурсе.
А я продолжил твою, Артем, нормально. Ну вот, да, нормально. Ну-ка. Задали поедание червя. Я не понял, что это птица летающая, она срёт. О, не, ну нормально даже, кстати. Как будто приближается, если самому включить воображение. То червяк на это смотрит, и потом кадр переключается, эта хуйня к червяку приближается и убивает его. Да, но червяк, получается, висит где-то в воздухе. Из яблони торчит. Ну, может, да, из облака. Так, ладно. Еще три художества. О, ля, лимонохват качается, красавчик. Я не помню, у меня такого вообще не было. Угу. А, все, сейчас, я надеюсь, не испортил. Я пытался что-то новое сделать, но, скорее всего, испортил, но Моноган вроде понял, что я сделал. А, да, понял. Так, поехали. Во. Все понял, бля. Я понял. Так, сейчас я решил приблизить. Да, вот это, с волосами. Я понял. Вот это я в конце пытался исправить. Так. Взрыв какой-то произошел. Сухарики берем. Все нормально, я починил. Ну, кстати, ничего. Нормально. Блять, вот бы альбом, знаете, ну, листов 200 и прям целый день посидеть. Один проект порисовать. Прям 24 кадра, чтобы в секунду было. Да, целый мультик. Вообще фильм нарисовать в итоге. Здесь прикольно было. То, что у меня было прикольно. Ну-ка. Ну я помню, да, там я что-то, там, да. Да, я комбо добавил. А я там тоже добавлял необычности. Сейчас посмотрим. А там потом в пизду все превратилось. Да? Ну вот, я начал тут необычности добавлять. Ну, типа там вылазит кто-то. А сейчас еще будет необычно. Комбо, хуяка молния такая. Нормально. Так. Потух. Остыл. Просто нож пониже. Ого, нормально. Кладбище хуёвое. Блядь. Ой, сука, какой пиздец. Может быть, у девчины такое где-нибудь на заднем дворе, так что задумайтесь. Да. Нормально стряхнул так с ножа. Ну да, кстати, хуёвая кровь, видимо, была. Ну нормально, красиво, прикольно. Последний рисунок. О, тут, скорее всего, сейчас будет история. А, так. Рыбка. Вот бы эту рыбу. Или это рыбу. Я такой, наоборот, перевернул. Что за мудак? Поем. Нормально. Пока интересно. Ого. И там дельфинчик такой. А, он потом стал не дельфином. А он просто в режим атаки перешел, нормально. Неожиданно такая развязочка. Так. Крокодил теперь какой-то. Съест тебя, да. Неплохой ход. Драматическая развязка, конечно. Блять, непонятно. Не, охуенно, прикольно. Когда рисуешь, кажется, что страшнее что-то будет в итоге. А в итоге всегда все хорошо выходит.